По прогнозам гидрометеоцентра, погодные условия будут меняться. В некоторых районах ожидаются сильные дожди с грозами и ливни. Возможен резкий подъем уровня рек, местами с достижением неблагоприятных отметок. В Краснополянском горном кластере возрастет риск схода селей. Мэр также отметил, в городе введен режим повышенной готовности. Это значит, жителям необходимо быть бдительными, особенно если звучат сигналы тревоги. Чтобы они понимали, что это тревога, это значит, что люди должны прятаться. Безопасное место. Мы вас предупреждаем в средствах массовой информации, что возможен ливень, что возможно подтопление. Это вы должны понимать, что мы предупредили. При этом нужно уйти в безопасное место или подняться на возвышенность. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010.